Посмотри на этого малыша и вспомни свое детство. Помнишь такие игрушечки? Самдепия. У меня были такие рабочие. Я их за 2 дня ломал. Жалко, конечно, что он не рабочий и без упаковки. Но на аукцион тут в самый раз. Полетит, как горячий пирожок. Значит так, ребята, смотрите. Вот эта вот заводилочка, короче, она заведена до упора. Продаю так его, для красоты, для антуража. Купишь его у меня, вспомнишь свое детство, поставишь себе там на кухне, на полочке, будешь смотреть на него и вспоминать, какой ты раньше был молодой, а сейчас старый. Чуть-чуть грязненький, чуть-чуть поцарапанный, болтик ржавенький. Но это настоящая, пацаны, Сабдепия. Робот из прошлого. Ссылочка в описании моего канала. Красавчик.